Вчера около половины 12 ночи на перекрестии Московской и Хасановской не разъехались десятка и восьмерка «Жигулей». Фабула стычки весьма банальна. Десятка стояла на Московской, пережидая встречные автомобили, чтобы свернуть на Хасановскую. А в это самое время по Московской, темной и не слишком загруженной, летела на автопилоте «Восьмерка». Ее рулевой был укушен до предела, но мужественно боролся с опьянением, поставив себе задачу доехать до дома, до полной остановки и там уж отключиться. На перекрестии он не сумел объехать стоячую десятку и вошел в нее нос в нос. Автомобили раскидало по обочинам, полная остановка произошла, и шофер «Восьмерки» отрубился. События последних секунд он не зафиксировал в памяти ни на байт, ни на полбайта. Все нормально. Все нормально? Да. По-моему, авария случилась. Какая авария? Какая авария? Ну вон, видите, машины столкнулись, ваша. Вы не наша? Видите? Нет. Ваша машина, да? Нет, наша совсем в другой стороне стоит. Ну так а почему она помята? Да? Да. А, видимо, в другом месте помято. В другом месте? Не сегодня? Ну. А вы спите? Нет. Нет? Нет. Просто отдыхаете? Отдыхаем просто. Подъехавшие ГИБДВДшники пьяного рулевого растолкали. Он вывалился из двери, но на подходе к человеку с пятью буквами на спине сосредоточился из последних сил. Посмотрите, как глаза горят. Честное слово, я не пил. Схема столкновения понятна. Придется дядьке отдать права на несколько лет, ну и оба автомобиля за свои бабки отремонтировать. Когда-нибудь позже, протрезвев, он подсчитает, во сколько ему встал вчерашний ужин с алкоголем.